Всем здорово, ребят. Ну что у нас сегодня? Еженеделька, вчера я ее не заснимал, потому что было что-то такая лень что-то делать, и реально было неинтересно что-то стримить даже. Определюсь со стримами, будем стримить. Я сейчас задрочу в Brawl Stars. Ну а сегодня у нас, ребятушки, с вами конкурс еженеделька на Огника, плюс я разыграю целых три батл пасса между своими подписчиками. Что вам надо будет сделать, я вам расскажу. В общем, поехали, не будем терять время, я надеюсь, вы сделали все правильно. Так, захват экрана. Прошлую неделю мы с вами делали конкурс. Конкурс делали с видосика десяточки. Вот десятка вжарили, то есть берется стримчик. Вот так вот. Это получается одна линейка, 2, 3, 4, 5, 6. До нового батл пасса 6. 6 на 6, 36 плюс 1, 37. 1 сентября 38, 39, 40, 41. От 1 до 41. Следующее у нас будет просто жести. Так, окей. Поехали. Давайте так. Чтобы вы понимали, что без наеба, то некоторые до сих пор. Так, 31. Окей. Ищу 31 видосик. Значит так, 7, 13, 19, 25, 25, 31. Сделал минус 1. Вот так вот. Правильно? 31. Да, 31. Сделал минус 1. Видос, где мы сливали аккаунт на русском сервере. Так, окей. Комментарии, как видите, я все ваши смотрю, читаю, лукасики ставлю. Так, окей, поехали сюда. Так, даже не сюда, а вот сюда. Поехали. Сделал минус один. Так, Андрюха Чикин. Какой там уже раз? Я уже не знаю даже какой раз, но красавчик. Что я могу сказать? Заходим на его YouTube канал. У него видосы есть, подписка есть. Он делает все условия, поэтому поздравляю. Здесь есть эти все видосы. Как минимум должно быть 15 видосов в открытой подписке. Такс. Поздравляю. Ну, в общем, он поймет. Видосы у него есть, репосты есть. На стримах он часто, поэтому тут без вопросов, ребятушки. А мы поехали дальше. Что вам надо сделать для того, чтобы получить... Так, в принципе, это можно все уже закрывать. Захват экрана я уберу. Пока зафармлю Battle Pass'ик здесь, я здесь фармлю его без доната. Сказал, что буду фармить на этой основе каждый день, и на бездонате тоже каждый день. В общем, что вам надо сделать? Быть точно так же подписанным на канал. Открыты должны быть точно так же подписки. Сделан репост именно этого видоса. Не надо много видосов, то есть я выберу троих победителей завтра с утра, либо сегодня вечером. Ну, скорее всего, завтра с утра, так, чтобы хотя бы побольше времени пришло, могло побольше народа участвовать. В принципе, больше 12 часов как раз нормально будет, потому что все в разных часовых поясах. Вот, и не хочется сильно затягивать с временем.
потому что времечко-то тикает, сегодня уже третий день. Вот, то есть должна быть открыта подписка, сделан репост данного видоса, оставлен точно так же комментарий, как и все видосы, и ждать, когда я вам напишу. Не знаю, там я, скорее всего, завтра, возможно, буду стримить. Завтра что у нас? Сегодня у нас что? Вторник, завтра среда, ну, посмотрим. Может, завтра постримлю и заодно открою вам видосик. Вот, в принципе, все условия я вам сказал, все зависит от вас, от удачи, ничего сложного нет. То есть три счастливчика я выберу, и будет им счастье. Так, что тут еще уничтожить? Вот я вот поражаюсь. Вот у меня, допустим, хорошо, что у меня на английском сервере были книги. Очень много заданий, которые я, допустим, на топовом аккаунте выполнить уже, к сожалению, не могу. И мне приходится страдать. Я сегодня бы уже на английском сервере закончил полностью фуловый блиц. То есть у меня было бы уже full прохождение, 50 левел. Но сейчас я вам покажу, из-за чего я, по сути, не смог его зафармить на 50 левелов. Сейчас быстренько здесь дофармим всех. Покрутите колесо дружбы, используйте том для опыта, очень очень весело. Ну ладно, колесо еще можно покрутить, там сердечко мне накидали. А вот насчет, не, у меня вроде есть места свободные. Да, вот есть, используйте том. Ну давайте усовершенствуем. Этого, например, я на топовом аккаунте уже сделать не могу. Спасибо, IGG. Вы, как обычно, щедры. Забрать, забрать. Так, еще надо одного убить и немножко пройти. В принципе, думаю, успеем. Блин, не успели Фрей убить. А нет, успели. 540, еще один. По сути, 5 минут. Если такие герои есть. Этого вполне нам хватает. Так, отлично. Ну, все забрали. Итого мы имеем сегодня максимум. Это 8 левел пока что. Так, окей. Окей. Получить. Бесплатно, 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 бесплатно. Ежедневный вход, как обычно. Поехали, покажу вам, что там на английском сервере. Там, конечно, трешовое, но я завтра уже заберу. Я могу, в принципе, и сегодня, но я не хочу просто. Вот, показываю. У меня 695-720. То есть осталось 25 до окончания Battle Pass. Ну, тут я заберу сейчас 400к. Завтра я уже получу последний скин, то есть смогу плюс 2 апа сделать на лазуле. Будет максимальный этот. А задание кристаллы получить из КБшки. А КБшка у меня здесь прокачана. Просто печально. Первого левела, ребятушки, я отсюда ну никак не получу. Я даже не хочу бегать, я просто так завел в центр. В общем, такая у меня королевская, поэтому придется, скорее всего, не скорее всего, а придется ждать до завтра, и мне уже минус один Battle Pass, мне будет немножко легче. Так, надо будет как-то заняться открытием уже наконец-то третьих карт, я думаю, до 1000, хотя у меня на некоторых аккаунтах там разное количество, поэтому. Так, пятые сундуки могу я открывать. В принципе, да, я книги продавал. Тоже можно немножко получить плюх отсюда. Ну, сейчас опять все стопорнется, потому что будет перелимит книг.
В общем, условия я вам сказал. Участвуйте в еженедельках. Победитель предыдущего, он хочет осколки, он огника купил, хочет осколки. Зефира будем ждать. Андрюха напишет, что он хочет. В общем, вот так вот. Ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.